Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет за вчерашний день. Номер 122. Вопросы, события дня. Задавайте вопросы. 11 апреля 2016 года. На сегодня 12-го. Ну и дальше, считайте, неоднократно говорил, у меня времени сейчас нет просто. Мы насчитываем 123 занятия потеряевские. И они ставятся где-то в другом месте. Раньше они насчитаны были. И я их выставляю сегодня, а их сегодня не видно. Они где-то дальше. Уже 20. Это очень интересное занятие были. Вы их просто смотрите. Номер такой-то, занятие в Потеряевке. И название его. Вот это просчитали дальше. Смотрите, что. Нужно, чтобы ко мне заходили сами люди на форум. Я не бываю на других. Не знаю ни Facebook, там, ни Twitter. Я вообще не знаю. А когда перенесут? Я говорю, вот, вышел модератор и говорит, там около 100 к вам писем пришло. А я их знать не знаю. В Одноклассниках. Я вообще нигде не бываю. Нигде. Тем более с кем-то спорить, это у меня вообще нету. И дальше объявление. Помочь составить краткое содержание роликов наших. По минутам, секундам просят, но я не могу. Помогали, сейчас что-то перестали помогать. Ну и дальше. Вот на нашем сайте, это не на форуме, а на сайте. Книги есть, их надо перевести вот в эти позиции. PDF и другие. Ну идут занятия, Сергей Пупков ведет. Тормозните, вот идет, когда здесь. Себе перепишите и будете знать. Сначала надо на него выйти. Потому что вот завтра занятий не будет. Потому что завтра канон Андрея Крицкого. Он один раз полностью считается в один день. И у нас будет считаться он не только помилуй имя Божие, но вторую ступень благодарения, те же события, и славословие. Дальше, считай. Отец Наум Борщуков. Крещение в январе Лолы и Заири. То есть он показывает. Краткая его биография такая. Его баптисты привезли, еврей. Не полукровка какая-то, чистопородный еврей. Наум Израилевич. Само это говорит, как. Вот, родители там в Израиле. Его завезли ко мне, баптисты. Он был гидом когда-то. Видный себя такой мужчина, спортивный. Он побыл у меня полтора-два, может быть, три часа. Больше-то не были мы. И пошли дорога, я дорогу его обличил еще раз. Он пришел в православие. Потом мне пришлось ехать с ним, договорились. Он в Тбилиси. Ехать креститься. Нашли мы Переделкино. Там храм, как мне помнится, во имя митрополита Филиппа Колышева, убитого Скуратовым. Вот. И вот он говорит, показывает, что купель построили, большая купель. Но я показать тут не могу ее, давай. Отец, когда ты был у нас, они тебя видели и слышали. Смотрю твои ролики, горит твое сердце к Богу, и я всегда греюсь у твоего огня. Благодарю и радуюсь. Переписал ролик на тему конфликта и буду конспектировать. А потом от... То есть это Потеряевские, они ставятся не здесь. Я сегодня едва нашел, они далеко дальше, позади выходят. Когда, ну, 123 ролика готовим. Мы каждый день их насчитываем. Люди их, они в книге 1 и 6 том, открытым оком, и в 9. Ну, они оборванные такие, не полностью, там Игорь Барабаш записывал. Если бы не он, то не осталось ничего бы. Остается малая часть. То, что я ставлю, это то, что сохранили люди. Я вообще ничего не сохранял. Написал стихотворение, ушло, я даже не знаю. Но нашлись люди, которые стали побуждать. А сохраните это. Занятия вел в университетах, ничего не записывалось. Один человек писал и писал, сидел. Уезжаю, говорит, я уезжаю, вот вам две коробки пленок. Понимаете, мне самому сейчас интересно. Я делал вступление перед в университете, 21 тысяча студентов там. Кто приходил, двери открытые, свободно. И вступление было, царю небесный утешители пели. И я 60 проповедей сказал на эту молитву. На эту молитву. И сейчас просят, а как это публиковать? Ну, надо цифровать, еще найти, где они у меня лежат. Потому что были тут разные переезды и прочее. Дальше. Отцу Науму, купель большая, но что же так мелковато-то? Не по грудь воды. И крещаемую рукой держится за бордюр. И потому рука правая, самая значимая, не крещена. Значит, будет приворовывать где-то. Невинных осуждать, бить слабейших? Я спрашиваю, разве это не видно было? Она держится все. Еще? Крещаем мы должны приседать и скрываться в воде полностью, до клеточки и молекулы. И при каждом погружении должно говорить во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Святого Духа, аминь. А там не говорится, я даже не слышал это дело, может быть.
И судя по тому, что священник на это никакого внимания вовсе даже и не обращает, значит, так делается не только в этом случае, но и всегда. Углубить баптистерий, бассейн для крещения, уже вряд ли будет возможно. Потому что все тут мрамором видно, обложено. Ну, красиво, я даже, может быть, найду сейчас дальше. Хотя бы на полметра. Тогда наливать воду нужно почти до краев бассейна, а то погружается, склонившись вперед, а у сектантов назад. Склонившись, и спина не погружена. То есть она наклоняется, а спина голая. То есть они в одежде как идут, так и идут. Такое великое дело делаете, опять же, с небрежением, совершенно недопустимое. И при том видно, что никто этого не видит. Стоят, и ни один не закричал «Анаксиос». Ну, а я поставил там Иеремия 48:10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Какое дело Господне? Ну, вход в Царство Небесное открывается от воды и духа. Человек рождается, и такая небрежность. А это не его. Отец Наум, это другой, он говорит, я обязательно скажу тому священнику. Он говорит, а почему не в белой одежде? Всегда в белой одежде крестились. Об этом говорит все, все святые отцы об этом говорят, переодеваются. Они как были, так подошли, даже непонятно как. Дальше, ну он говорит тут, что они 74 года, колени не подгибаются. Но она же садится на стул-то где-то, хоть не подгибается. Поставьте перед ней стул. Но вода, чтобы была выше хотя бы на четверть. Чтобы вам не было сомнения. Что тут пишет? Андрей Блинищев. Распущенность в России дошла до такой степени, что над страной нависла демографическая катастрофа. Количество разводов доходит до 90%. Каждый третий ребенок рождается в незарегистрированном браке. Большое количество абортов. На 1000 женщин приходится более 40 абортов. В Западной Европе 12. Ну, я посчитал, сколько, 20 тысяч в день, за время перестройки 120 миллионов. Это государство убито во чреве. Поэтому женщин-то нет, а гробы ходят. Гробы, а внутри их палач сидит, внутри разрывает своих детей. И сейчас бы каждый человек был на учете. Это 25 лет было бы перестройки, 24-23. Ну, понятно, государство сожрали. И правители молчат. Причина этого грех и мерзость перестали восприниматься грехом и мерзостью. И превратились в добродетели. Права человека, а правда стала ненавистна. С толерантного, кавычка, Запада разноцветным парадом наступают гомосексуалисты и секс-просветители школьников. Изнутри глянцевые журналы учат, как быть стервой и блудницей. Современное искусство, в кавычках, расписывает прелести явной и скрытой проституции. От элитной шлюхи до сопровождения в Таиланд или на Кипр. В результате 14-летние, не знаю как назвать, беснуются в угаре на ночных клубах. Алкоголь начинают употреблять в 12 лет, а курить в 10 лет. А чуть позже эти юные шалавы приходят в женскую консультацию, где их ставят на учет. И потом 35-летняя бабушка делает вид, что будет счастлива сидеть по ночам с нежеланным результатом случайного секса. Потому что через полгода такая молодая, в кавычках, мама опять идет в ночной клуб устраивать свою жизнь. А ребенок растет, как придорожная трава. Многие из этих мам так и живут в одиночку, перебиваясь постоянным случайным сексом. Ребенок же растет в атмосфере «все мужики козлы». Если это мальчик, как у него разовьется от такой маминой... Не разовьется. А, не разовьется. Понимаешь, вот это тебя не выбрасывает, сатана просто у тебя подкусывает. Да это же противоположный смысл. Не разовьется от такой маминой установки комплекс вины, ведь он тоже мужчина, а значит козел. Если девочка, то можно говорить, что вырастет мужа-ненавистница, которая будет считать за святую свою маму-блудницу и обвинять во всем мужчин. Кстати, треть и тех, и других в той или иной мере страдает интимофобией, боясь сексуальных отношений, которые психологи чаще рассматривают как патологию характера, вызванную воспитанием одинокой неуравновешенной матери. В результате растет количество гомосексуалистов и лесбиянок. Ущербные от неплодного воспитания матерями-блудницами молодые люди, которые не могут найти общий язык с противоположным полом, легко сближаются друг с другом не только в библиотеке, но и в постели. Ну откуда это все взято? Дальше, вот, посмотреть надо, где вот есть это. Ну и выделю синим, дальше. Юрий Соболев, благодарю за назидание, Игнатий Тихонович. Всегда радуюсь весточке от вас. Я письмо, стихотворение послал вчера. Вчера и сегодня смотрю ваши ролики. Прошедшие 2 недели работа занимала много времени, а сейчас полегче.
и словно вернулся домой. И жадно пью и пью чистую воду из родного источника. Смотрю новые и пересматриваю старые ваши ролики. Поклон вам и слава Христу. Ну и вам поклон. Вот теперь надо глянуть, только ты более глазастый, чем я. И сразу покажи, где здесь отец Наум. Вот он. Вот он, да? Вот мы сейчас, о чем я говорил. Ну, это я ему уже сказал где-то. А он прислал, как это происходит крещение. Где-то здесь оно должно быть у него. Вот оно. О, пожалуйста. Я не знаю. Видите, какое? Стоят священники. Видно, что, представь себе, на весь вход в храм-то, где они там заходят по ступеням, там выходят, предполагалось. А тут по колено всего только. Вот как хитро все делает враг. Я не верю, чтобы это люди не понимали. А речь идет о погружении. Вот что такое вот устроить надо, да и неровные стенки еще, вот это кривой крест это делать. Откуда это берут? И зачем это нужно? Тоже непонятно. Ну, трудились, но трудились, а совсем не об этом речь идет. Где здесь еще у него? Вот это? Нет, нет. Ну, нет. Надо раньше было сказать. Ну, давай еще раз посмотрим. Где? Где ему тут найти-то, что? Он же прислал это. Вот он. Вот это? Ну, вот сейчас посмотрите, о чем я говорил. Снимается видео. Хорошее никогда не поздно. Крестится раба Божия Лола. 74 года. До колена, по колено, вот она стоит. Смотри. Рука не погруженная. Да. Она никуда не уклонит, ничего и могла наклониться. Нет, колени больные. Все, тут выводят уже. По колено. Ну почему? Ну посмотри, как все крестятся. Заходят по грудь. А? Как будто без подготовки с улицы. Да. Да. Аллилуйя. В белой одежде неделю ходили. Неделю. Да. Не может так. Да, да. Вот смотри. Да. Вот она идет, ее ведут. Крещается раба Божия Заира. 74 года. Вот хорошая, никогда не поздно. Никогда не поздно. Правильно, все. Да до колен не достает вода-то. Вот она. Да. Это тоже рука держится. Смотри. Наблюдай внимательно. Види, где ее спина. Ну, оторви ее руку. Оторви. Нет, он ее не трогай даже. Подожди. Ну, ноги сгибай. Ноги сгибай. Сгибай ноги. Спина-то голая. Сгибай ноги. Это раньше. Вот она. Такие труды сделать, и вот так, даже так ахнешь, что ж такое-то? Почему? Ну ладно, я им сделал замечание, ну говорит, что приняли во внимание. Ну как это, придет или не придет, не знаю. Ну и дальше, вот мы посмотрим, что у нас еще на этот день. Вот наша страница в моем мире. Вот. Вот сюда мы все выставляем. Вот Никита на Благовестие просвещает, Барнаул раздает Евангелие. Поставили сегодня. Вот это у нас сегодня, которые я поставил уже, они сейчас могут уже убрать их. Вот теперь наш форум. На нашем форуме, вот он хлюпает, с кружкой сидит, Смирнов. Еще там написано. Самый наглый поп планеты. Вот заголовки какие. Люди-то крестятся, и вы как попало крестите, а хоть деньги отдадут. Это на весь мир говорит-то. Самый наглый поп планеты. Правая рука патриархов. По воинским разным там этим везде благословляет танки на Чечню, ему разницы никакой нету. И вот он сидит на людях. Ну какой же подвиг-то? Ну непрерывно хлюпают и хлюпают, сидят перед этим. Говорит-то тут недалеко. Сколько всего это продолжается? 6 минут. 6 минут. И за 6 минут он не может, чтобы без этого, как курево. И вот с кружкой так и сидит перед всем миром. Если бы нормально, просто не священник, его бы пробило. А так говорить нельзя. Они сразу под меня подыскиваются. Ну кто рядом-то, подскажите, нельзя так. Садятся кресла на два стула, вот такие вот. Ну куда годится, корма-то, в порт человек не войдет. Такой корабль-то зайти не может.
Явно, что видно, что неподвижники. Ну и мне ставят это, вот что должен я давать, комментировать. Ну не могу я это все комментировать. Только на это можно сказать. Вот еще одна. Что она говорит? Инга Байдусова, 37 лет, Россия, город Энгельс, Саратовская область. Здравствуйте. Вот отсюда, кажется, самолеты на Сирию-то летали. Бомбардировщики. Дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Могли бы вы ответить на мой вопрос? Я была бы вам очень благодарна. Мой муж не верующий, но не крещеный. Когда-то давно был крещен у баптистов. Я православный. Он не может понять, как святые слышат наши молитвы. Ну, например? Например, если шестеро в разных местах в одно и то же время молятся одному святому, как он их услышит? Он же не везде сущ. Он же не везде сущ, не заглядывая окончание. Дальше. И еще он отрицательно относится к мощам. Как мне ему объяснить, что он не прав? Спасибо. Ну почему он не прав? Мы сразу настроены на этом. Ну что, православно, я в это верю. Стриженные, крашеные волосы, крашеные губы, сережки, открытая грудь. Это православные. Ну священники-то знают, что она приходит к ним-то. Ну неужели нельзя одеть? Почему мусульмане-то одели своих-то? И вот Дмитрий Смирнов, о котором сейчас с кружкой сидит, он как раз и говорит. Мусульмане ближе ко Христу, чем христиане, которые ходят. Он не добавляет, что такими бесчувственными он их сделал. Ничего не спрашивает. И вот она выйдет замуж за мусульманина-то, она сразу оденется, хиджаб, она будет по-другому выглядеть. Чем отличишь себя от мира-то сего? Женщина растит волосы, честь для нее. Ну не... Ну ничего, это вот это, что она вот так, это она не распустила, это она так выводила их. Еще, может, глаза накрашены. Я не вижу, там внизу, может, в брюках стоит. Теперь, о чем она спрашивает? Ну, она говорит, православная, я объясняю, какое православие тут. Посмотри, как одевается у нас, когда даже на богослужении. Укрещен был у баптистов. Так, как святые слышат? Откуда я знаю, как они слышат? Принято так считать. А с разных мест, разве вездесущие? Не всеведущие, но Бог дает это. Бог может все сделать одновременно. Это Бог, мы же к Богу пришли, и в этом даже сомневаться не надо. Я молюсь Николу Чудотворец Божьей Матери, и молятся, может, миллионы людей, и католики. И она отвечает на молитвы. А зачем к ней, когда есть Христос? Ну, принято так. Мы не разрываем церковь небесная, земная. Это одна церковь-то. Если Павел находится, мы его просим молиться. А как он может молиться, и все его слышат? Ну как, положил на сердце одновременно. Ответить на это нельзя, по Писанию никак нельзя. Просто мы верим во всемогущество Божие, так принято в церкви. И теперь, относительно мощей к мощам. Откуда я знаю, что он так отрицательно? Мощи надо все, до единой частички, отовсюду, захоронить со всякими почестями, в самом почетном на земле месте, с патриархами, с папами. Прах ты и в прах возвратишься. Дух идет к Богу, а тело идет в землю, откуда взято. Екклесиаст говорит, всегда так было, всегда. Чтобы резать, пилить этого не было. Не было это ни у евреев, никого. Чтобы отщипнуть, нанотехнология заниматься, как Андрей Кураев говорит. Я не знаю, так ли это. Дальше. Антонио Авелира. То есть я отвечаю сейчас, а она не смотрит ролики, она никогда не получит ответа. Но я прошу, смотрите, мы даем отсчет здесь. Я не могу писать. А больше никто не будет сидеть человек день и ночь каждому отписывать и на одного посылать. Я ответил, это каждый услышит. Что тут? Уважаемый Игнатий, привет, друг, пожалуйста. То есть написано по-английски, а тут перевод дается. Помогите мне, я в поисках единой святой апостольской церкви. Я родился римско-католической в Мехико в 56 году. Теперь я традиционалист. Не принимает Второй Ватиканский собор. Старый римский обряд на латинском языке. Я найти православных друзей. Начал изучать первые 8 экуменических советов. Более. Традиционалисты были разделены на несколько групп. Проблема папства, который так изменился с 1958 года по сей день. Так что многие думают, что есть вакансия в Риме после Пия 12-го. В 58 году, это может быть худший. Они изменили учение после Второго Ватиканского собора. У нас вроде как разные соборы, соборные церкви. Я стараюсь изучать отцов церкви, но мне нужны указания. Пожалуйста, помогите мне, ваш друг из Мехико, Антонио. Я что могу сказать? Приходите на наши ресурсы. Прими веру православную. Я что буду говорить? Католики разные, какая? У католиков столько отступлений.
столько заблуждений, вот это примат папства, что папа главный епископ, это совершенно не евангельское учение. Прямо страшно сказать. А то дьявол старается только, чтобы ему поклонились, я буду как Бог. Столько названий, там безгрешные, в вопросах веры и прочее. У меня вышли тут материалы, стоят здесь же. Человекоубийство и ложь Ватикана. Гордость папства. О примате папства. Ролики на нашем ютубе. Видеоканале-то. Я приглашаю, могу все отдать. Но если он не будет сюда смотреть, я обращаюсь к модераторам, к администраторам, кто мне перекидывает-то. Ну, явно дело, что не он это ставит, а вот видно тут, ставит другой человек. Ему это скиньте, чтобы он смотрел здесь. Писать я никому не могу. Ну, может быть, вот несколько слов там напишу и все. Дальше. Какие-то ролики ставят вот здесь еще. Тоже должен смотреть или что, я не знаю, для чего их поставили мне. Что впереди написано там? Ученый доказал существование Бога. Ну и что доказал он? Это доказывать не надо. Он Бог везде и всюду. Физика о Боге и НЛО. Фильм полностью. Ну что, смотреть я буду. Сколько это стоит? Вот это? 1 час 54 минуты. Ну вот, 2 часа я буду сидеть, смотреть, бритый какой-то стоит там. Да может в галстуке даже. Обязательно в галстуке. Обязательно. Масонская удавка. Галстук, человек, который носит, его христианином назвать даже нельзя. Это с цепи сорвался какой-то. Собачья удавка. Аксессуары 21 века. Это цепи раба раньше были, за шею приковывали. И спроси, она греет? Нет. Подчинился. А бороду, о бороде Бог говорит, не трогай. Нужды никакой нету, будет бриться. У меня Осипов не вызывает никакого уважения только из-за этого. И дальше научился говорить, и как он мог остаться профессором в советское время, когда даже поступить нельзя было, все на учете стояли. Все сексотами были. Об этом он нигде не говорит. Ну вот и все. Дальше. Вот наш видеоканал. Вот сегодня я выставил вот эту вот. О рождении свыше. И у кого же бабье богословие ныне. Вот вы и выглядит как. Зарядите. Ну зарядите просто в ютубе православный видеоканал. Или как во свете Библии. Открытым оком. Вот Игнатий Лапкин вот написано. Любой. Оно вам сразу наш канал выкинет. Сколько у нас посетителей? Или не посетителей, а подписчиков? 3292 подписчика. Сколько посещений, просмотров? Просмотров 2 426 969. Ну, маленько посещают. То нас перевели уже в средства, в СМИ зачислили. Там, видимо, количество определенное подписчиков. И мы посмотрели правила, мы нигде не нарушаем. Мы вообще не считаем ни политиками, ни кем. Вот все здесь есть. Это вот замки показаны где-то, которые откроются. Это все в Потеряевке сейчас мы насчитываем. И они ставятся немного дальше где-то. Там, посмотрите, сегодня уже 20-й номер поставил. Найдите. Это очень полезное занятие были. Очень. Там с названием имен, кто был. Ну и дальше самое ценное у нас это православный библейский сайт. Вот здесь ткнешь на форуме. И здесь вот ткнул видеоканал. Зарегистрируйся на форуме, и там можешь тоже говорить, выступать, ставить где-то. Ну вот на сегодня все. Богу нашему слава во веки веков.